Надежда Кондакова. «Кричи, бумага!» Читает Павел Беседин. «Не больше, чем эксперимент, его отвага! Держи перо, лови момент, рыдай, бумага! Сегодня он, как волк зимой, шерсть серебриста, сегодня он судьбе самой стал декабристом. Он вызов бросил на беду себе и близким, есть непривыкший лебеду, непытанный риском, он сдастся. Только лишь поймет свою потерю. Так человек в капкан идет, что ставит зверю. Ну а пока эксперимент пьянит, как брага. Держи перо, лови момент, кричи, бумага».